Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня хочу рассказать о зеленом и черном чае. Я очень люблю хороший чай. У каждого из нас есть свои слабости. Что могу сказать о зеленом и черном чае? Что чай снижает риск деменции на 50%. И это очень много. Когда-то давно передо мной еще стоял вопрос, что полезнее, черный чай либо зеленый. Оказалось, что они обладают оба очень хорошим, таким позитивным воздействием на головной мозг. В чаях у нас огромное количество катехинов и теофлавинов, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Они защищают головной мозг от повреждения сосудов, от дегенерации нейронов. Также доказано, что люди, которые очень часто пьют чай, лучше справляются с когнитивными тестами. Также когда-то я интересовался вопросом, вредно ли употребление кофеина, кофе. Оказывается, что кофе также обладает исключительно полезным свойством. Данный напиток тоже снижает риск деменции. Недавно тоже прочитал очень интересное исследование. Оказывается, кофе является таким определенным протектором печени. Даже оказывается, что он снижает уровень трансаминаз, уменьшает риск рака печени. Если это видео было вам полезно и интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео.